said back then about wanting to see you again, face to face. I want you to know I meant it. Bike deserves some kind of reward. Not to get wiped out like all his bike friends. See you in the country, Mr. Bike. Окей, так. Теперь сюда. You go first. Уйо. Yikes. Spawning season. Watch your step when we walk right out. Окей. Bye, ladies. Фу. Всецело поддерживаю. Here's where we found one of the lucky ones. What? Воу. Вот это было как бы... Чувак... как бы там сказать... Невежливо. Так, раз, два, три. Урон другу не засчитан. А, окей. Ау. Так, раз, два. Вот теперь можешь получить пинка. Ау, 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 ау. Собака. Так. Так. Still up. The posters. Hey, they like you. They really like you. Ага, только вот. Not mutual. Вот так вот. Умрите. Это было очень даже ничего. You know, last time we were here, I knew it could be worse by a lot. I just wasn't quite sure how. Comfort in knowing makes things simple in a way. We get to Fairview, find our man, take it from there. Окей, движемся дальше. Мне нужна еще одна точка доступа. Так, точек нету. Обидно. О, точка есть. Супер, теперь ты отправляешься сюда. Вот, а ты вставляешься сюда, да. Хм. Интересно, как это выглядит. Fired up. Ха.
Окей, это было интересно. Окей. Настройки изменения погоды доступны. Сдать новое состояние. Я, наверное, не буду этого делать. Да, погода мне тоже нравится, спасибо. Интересно. Ну что ж. Как это? Окей. Как? Не понял. Окей. Это все не то. Ага. Интересно. Так, а теперь давай раз, два, три, если будет возможность. Так, он стал за нас, чудесно. Ау. Экстренный ход, да. Так, куда-то в том направлении. И свалить нафиг. Окей. Так. Доброе утро. Так, и... вот туда. Так, по крайней мере, они не лечатся. Это несколько облегчает ситуацию, да и я лечусь. Так, так что немного подождем. Читор. Чё, это максимум? Ладно. О, серьезно? Супер, умри. Ау. Вот это было обидно. Так, раз, два. Свалить нафиг. Это в ту сторону. Surprise. Wouldn't want to wind up like that. Окей, это обидно. Okay, let's go. Так. There's the alley. Это еще что за? Communicating via proxy. I am calling for a truce. See, I'd very much like for the process to, well, stop doing what it's doing. And my conjecture is you'd very much like that too. Assuming I am right, then come along and we'll sort this out. Maybe we can sort this out. Hmm. We'll see about that. Мне нужна точка доступа, если уж по-хорошему. Could have sworn I left my body right here.
Так, что у нас тут? Transistor. What can it do? What can it really do? Well, it can build a bridge. For example, that's something. People want a bridge to Fairview, sure. Why not? It's settled. Have a beautiful new bridge. It's good for more than just bridges, of course. Why, it can make just about anything happen. Really. Вау, окей. Вау. You asked for it. You got it. To Fairview. Let's go meet Ройс. The process can't be stopped. Can't be stopped. However, process could be impelled to simply go away. Take its business elsewhere. And we'll be well enough alone. As for the town, we'll have ourselves a blank canvas. And as for the transistor, we'll have ourselves a brush. Интересное видение. Так. Ох. О, точка доступа. Чудесно. Так, так когда вернется эта штука? Еще через одну. Значит, придется работать с чем есть. Проще говоря, со взрывом. Поставить взрыв. И добавить к нему то добра. Не, этого добра ему добавить. Вот, и прочитать вот это добро. Brackett. I know the name, but not the man. Heard he got out of town a while back. Ройс Брэкетт. А жил на свете великий архитектор. Математика была его кистью, а город его полотном. Он проектировал автострады, здания и улицы с невероятной точностью. Как и все жители Клаудбанка, архитектор работал на благо города и его обитателей. Город быстро и часто изменялся, перестраиваясь под современные реалии. И поэтому творения архитектора были недолговечны. Он любил свое ремесло, но не мог позволить себе привязываться к плодам своих трудов. Работа архитектора никогда не могла быть закончена, и это позволяло ей сохранять новизну. Новые прихотежители представляли собой новые задачи – мосты, сады, башни, порты. Все эти постройки ждала короткая жизнь. Со временем архитектор заметил наличие определенных шаблонов. Желания жителей были цикличны. Железные дороги приходили на смену мостам, а потом их сменяли парки, затем на месте парков строились новые мосты. И цикл начинался заново. Осознав это, архитектор начал проектировать авангардные конструкции формы, которые, как он полагал, смогут противостоять мимолетным желаниям горожан. Однако, эти проекты не нашли признания, и вскоре была известность покинула архитектора. Он оставил работу и посвятил свое время личным интересам. Именно в этот период он вывел формулу, отражающую способ формирования Клаудбанка. Он тщательно изучал эту формулу, поскольку она вызывала у нее сильнейшее изумление и еще более сильный страх. Он разработал алгоритмы прогнозирования, чтобы определить, где и как эта формула может быть воплощена, а затем начал встраивать ее в собственные архитектурные планы, пока в один прекрасный день не обнаружил ее в естественном состоянии. Он выглянул за границы города и увидел там нечто действительно невероятное, и он принял это и осознал, что те вещи, которые открылись ему, теперь могут служить ему. Окей. Едем дальше. Cloudbank's gonna wind up like this.
И как? Where are we supposed to? Oh. Trying times. Very trying times these days. Graham, the others, they gonna have that with me now, haven't they? Just you and me now, isn't it? You and me and the transistor. Yeah, I got nothing. We had a saying, which goes, when everything changes, nothing changes. You see, when everything changes, nothing changes. But all this, this isn't what we had in mind. Я, конечно, понимаю, что ничего не изменяется, но то, что я стою вверх тормашками, как-то не подходит под эту парадигму. Вот ёлки-моталки. Так. Вы суперюзера у меня отняли. Обидно. Что за зараза? Так, ну да, конечно. Изгоняются с трудом. Так. Раз. Два. Три. И вот так. Нет, не поместилось. Ну ладно. Так, немножечко восстановиться. Иди, должен зацепить. Зараза. Ой, нет. Раз, вот это все отменить. Раз, два, три. Трудом.
99%. От зараза, а? От зараза. The process, it's just doing its job. Doing its job. Though I much preferred it when the process did mine. But our old friend Grant, I mean, I let him borrow it. And he, well, anyway, here we are. Go for it. We knew we'd have our detractors. What we were doing was wrong in the traditional sense, in the contemporary sense. Так. Вернем это на место. Так. Улучшить. Да. Улучшить. Да. Отлично. Что ты издеваешься? Что это сейчас было? Так, и давай вот так. They're fixing themselves. Окей, принято к сведению. Значит, саморемонтом, да? Окей. Но зато ты теперь не в... О, собака! Уй, вас двое! Так, раз, два, три... И... Не, давай вот так. Так, то пойди хватить. Да чтоб ж тебя, а? Умри уже. Раз, два, три. Окей. Еще двое, да? Упс. Раз, два, три. Окей. Умри. Фу. Так, есть уровень. Это что? Раса ближайших целей, не, пусть будет маскировка. Один пассивный слот, почему нет? Так, ход не будет активироваться автоматически при низком уровне здоровья. Больше функций перезагружается одновременно, только одна из них устанавливается на каждой точке доступа. Вот это лучше. Gotta keep going. Так. Окей, восстановление через одну.
Так, это у нас что значит? Скорости после уничтожения целей. Так, тогда надо просто чекнуть ограничитель. Так, вот это. Я думаю, я повешу в пассивный слот. Так, а ты... Теперь у нас будешь новый активный. С улучшением вот этой штуки. Окей. Воевать даже нечем. Так. Ничего интересного по углам тоже не заныкано, да? Окей.